Антон. Every morning I usually get up at 7 o'clock and brush my teeth. Then I have breakfast and go to school by bus. Then... Галкин. Ты старательный мальчик, Галкин. Старательный. И я ценю твое усердие, но произношение... Ужас! Тебе ж ни один англичанин не поймет. Нужно говорить так, как будто во рту у тебя горячая картошка. Горячая. Hot. Hot. Да нет же. Hot. Hot? Тренируйся, Галкин, тренируйся. Может быть, что-нибудь получится. Садись. I went to the kitchen and cooked hot potato. О, готово. Горячая картошечка. Very hot potato. Ой, ай. What's happened, Galkin? Good morning, Larissa Viktorovna. I'm sorry. I am late. The traffic is terrible. Галкин, какое произношение! Молодец! Но ведь можешь, если захочешь. Садись. А вы, ребята, берите пример с Галкина. Как у тебя получилось такое произношение? Супер! Да к фёрту это произношение! К фёрту это английский! Чего? Меня за дома никто не понимает. И доктор сказал, что ещё 2 месяца так будет. Горячая картошка.